Приветствую каждого овоща и статиста на моем канале. Сегодня мы последний раз открываем контейнеры бесплатные за свободку. Как видите, у меня теперь 7700 свободки. То есть мне хватает еще ровно на полтос этих контейнеров. За 300 тысяч я уже не потяну, к сожалению. Но за скромные 150, пусть это и дорого, мы еще попробуем побороться. Со мной сегодня опять Ирина. Ирина. Привет всем. На этот раз ты с собой удачу прихватила? Да, обязательно. Вот сейчас вот я уверена в себе. Да? Ну, надеюсь, 3%, которые теперь у меня за шар, тоже уверены в том, что он выпадет. Вообще, конечно, почему я неудачу-то принесла в прошлый раз? Смотри, если ты достал два танка с шансом 0,67, это же не было удачи. Лучше бы не доставал. Давай, открываем. Ладно, поехали. А то ребята ждут. Ждут. А еще, ребят, в этом видео... Неважно. Мы этого не видели, да, это просто так. В этом видео мы, скорее всего, откроем шары снежные. Если они выпадут, конечно. Один шарик-то у нас, конечно, есть, но такое себе. Ну, как думаете, с одного раза можно выбить концепт 1Б? Я вот в это не верю. Господи, 150 тысяч свободки, ты вдумайся, в три раза больше, чем за первые контейнеры, да? И мне дают тот же хлам. Да. Абсолютно. Подарок от бабушки. Ага. Подарок от бабушки. Такой себе камуфляж. Ну, в принципе, мне нравится. Но за камуфляж я не готов. 150 тысяч свободки. Ой, господи, ну в игре. А я говорила, будет шар. Вот я говорила. Ну, хоть. Если не пойдет второй, ну, вы помните, Алексей, да? Так это было когда? Вчера. Не знаю, но вы помните. Давайте посмотрим, Ирина. А что же вы так все время недовольны? Смотрите, выпал шар, и вы все равно негодуете. Годую. Капец, как годую. Давайте еще. Я трачу по 150 тысяч свободки. Где я должен годовать? Подожди, сейчас еще. А вдруг выпадет из шара что-нибудь прям суперское? У тебя, кстати, много танков нет? Честно говоря, не помню. Давай посмотрим. Прервемся. Может быть, они там напитаются силой и дадут дополнительный танчик. Так. ВКшки нет. Нет концепта 1Б. Нет объекта 907. Нет объекта 260. Шкоды нет. Бараска нет. Сома нет. Скорпиона нет. АМХ СДА. Okay, ну, Раунд Панзера, Дракула и Хельсинга. А, ЛТ-432 тоже нет. Да. Ну, в принципе, половинка где-то. Много, да. Так что шансы есть на то, что что-то меня порадует. Ну, если за свободку получить хотя бы 2-3 танка, которых у меня не было, то, в принципе, я считаю, что это даже удачно. Если я получу те танки, которые у меня были, и просто выйду в золото, ну, не знаю, может, еще за золото контейнеры пооткрываю. Как думаешь? Не знаю. Вообще очень спорно. Хотя, да, ты права. Учитывая, что у меня всего два шара, то есть третий шар у меня будет там где-то в конце, ну, то есть, когда ивент закончится. Когда я его пройду. 10 шаров ты все равно не наберешь. Да, 10 шаров я вряд ли наберу, поэтому особого смысла тратить золото. Сейчас начала падать голда-то. Ну, хуй голда. Слазила. Да, ты лучше молчи, не говори ничего такого. Так, ну все, ВГ, давайте это, шары. Меня интересуют шары. Ну еще хотя бы один. Да, ну, нет, лучше два, конечно, но один тоже сойдет. Ну, один минимум. Я понимаю этих людей, которые молча, сцепив зубы, открывают эти контейнеры, потому что из них падает. Ну реально, вот смотри, 150 тысяч реально свободки. Есть. За 150 тысяч свободки ты можешь там просто половину десятки прокачать, понимаешь? Да.
и не мучиться, и не тратить нервы в рандоме. Да, да, да. А тут падает вот это. Ну, это просто обидно, как бы. Серьезно, да, обидно. Да, да. У меня просто все вкачано, поэтому мне эта свободка как бы не нужна особо. Но все равно обидно. Я столько времени и столько сил потратил на то, чтобы ее собрать. Покупал какие-то наборы, опять-таки. Ты год собирал, да, Леш? Полтора. Полтора года. Полтора года. Это полтора года, имейте совесть. Просто в прошлом году в ИГ ограничения сделали на то, что можно потратить только 5 миллионов свободки. Поэтому у меня еще с прошлого года что-то осталось. Не помню там уж сколько, но прилично. Ну тут они, видишь, решили... Что надо бы подсосать, ну, надо у игроков. Подсосать, да, да, у всех свободку. Вот черти. ВГ, я сейчас буду матом ругаться. Ну, ей-богу. 20 коров. У меня уже это, уже готовы матюгательные слова. Просто не хочу при наших подписчиках говорить, что это полный пиздец. Ну, у меня тоже других слов нет. А вот когда я такое вижу, просто других слов нет. Да. Ну ты выпадешь? Что-нибудь, шар, хотя бы хоть один. Ну, пожалуйста, еще давай. Еще один. 3% шанс. 15 контейнеров осталось. 15 Ирина. Контейнеров. Ну давайте уже. Ну это же не серьезно, но я же Алексея подвожу в совесть. Минимум должно было быть 4 шара, а мне выпало всего 2. Это просто жесть. Ух. Не, ну это боль. Такой, да, вот это реально боль. Так, ну ладно. Ирина, заговорите этот контейнер, пожалуйста. Вот, 12 любимое число у вас или нет? 11 любимое. 11? Ну ладно, давайте до 11 дойдем. 12 был неплохой. 12, чё? Ты уверена, что надо было на 11 стоять? Нет. Сейчас уже не страшно. А если ничего не выпадет, я виновата? Ну, если выпадет сертификат, я заклеймю тебя проклятый и больше не буду звать свои видосы. Нет. Подожди, так, как... Ну, этот... Примак. Вот. Страшно. Страшно, да? Страшно. Ну ладно, давай. 11-й, твой любимый, да? Да. Ты уверена, да? Страсти накаляются. Ладно, давай. Повезло. Значит, придешь еще к нам. А я-то уж думал. Ладно, давай, 10-й пускай будет мой любимый. На самом деле мой не самый любимый. У меня 8 больше. Ну, 7 еще у нас есть. 3, 7, туз, ну такое. Слушай, вот их становится все меньше и меньше, и у меня прям это, сердце сжимается, прям вот, я чувствую вот эту боль, вот 8 контейнер, у меня 8 числа день рождения, я 8 люблю, давай попробуем, она еще и бесконечность обозначает, может мне бесконечно много шаров будет падать с оставшихся 7 контейнеров. Я не слушаю вас, я вам хочу сказать. Да, действительно. Ну я ж тебя не просто так звал. Как раз таки немножко везения, немножко там. Слушай, сколько людей не достали вообще шаров, да? Так что 2 шара, я считаю, чё? Не зря позвал. Ух, 5 контейнеров. Ирина, 5 контейнеров. Да. В этот раз даже золото не выпало. Ужасно, опять всё. Да. Один шар, правда, выпал. Ну, ё-моё, ну давай еще хоть один, ну, пожалуйста, там, 3 ВГ, ну ё-моё. Блин, я, наверное, не тех ВГ-ников прошу. Попробуй ты. ВГ, пожалуйста. Слабовато, но вдруг... Да ну нахер! Да ну нахер! Алексей! Вы знаете, что надо делать? Да ну нахер! Вы понимаете, что сейчас произошло? На предпоследнем, понимаете? У меня еще один. Ты сказал,
ну попроси ты, я не тех прошу. Я сказала, ВГ, пожалуйста, и падает шар. Так может ты еще раз? Второй. Давай, нет, это... Кто из семей, знаешь, ну вот не надо сейчас все на меня перекладывать. Не-не-не, я очень хочу на тебя переложить последний контейнер. Нет, извини, пожалуйста, я уже два. Ладно, давай попробуем все-таки открыть его. Да ну нахер! Два подряд! Три контейнера, три шара за... Ладно, все, ВГ, молодцы. Респект. Все-таки я четверку набрал. Так, Ирина, у меня теперь сложный выбор. Если я выбиваю еще этот, то у меня получается 5. Значит, мне остается 5. Можно 5 за золото попытаться вытащить. У золота, между прочим, шанс 10% на эти шары. 5, 7,5 тысяч, да? Я предлагаю сначала открыть и посмотреть, что выпадет. Точно, 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 точно. Ну что ж, ребят, я думаю, что эти шары, раз их 4 все-таки выпало, я оставлю на следующее видео. Мы с вами будем тупо открывать шары. Если нам выпадет концепт 1Б, это будет прекрасно. Если не выпадет концепт 1Б, это будет ужасно. Я напоминаю, что у меня половины где-то этих танков нету. Ну, в принципе, вы это слышали. Те танки, которые выпадут, мы с вами вместе обкатаем. Про них поговорим. Я расскажу все, что думаю про эти танки. Все, что знаю о них. Про некоторые танки я знаю очень много. Про некоторые не очень много. В общем, мы их обсудим, покатаемся. Но этот видос будет у нас где-нибудь в ближайшие дни. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть это видео. Я думаю, оно вам понравится. Ирина, пару слов от вас. Вы же все понимаете, какая удача это в двух последних контейнерах. Это достойно лайка. Два контейнера и два шара подряд. Ставьте лайки, подписывайтесь, вы же понимаете. С таким удачным человеком, может, и у вас, вам повезет, у вас тоже такое произойдет чудо. Ну, без Ирины я бы точно не справился. Может быть, за Новый год, кстати, я накоплю еще 40 тысяч свободки и открою одну коробку за 300 тысяч. А если попадется еще один шар, мало ли. Ну, а на этом... Подписывайтесь, у нас еще будет много видео, много всего интересного, и чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки, мы будем вам рады. Ну а на этом мы прощаемся, всем спасибо, подписывайтесь, всем пока.